И много у тебя таких вот козявочек? Поставить бы их рядком на приборной панели моего корабля. Простите, вы шутите или серьезно? Серьезней некуда. В таком случае, позвольте. Сначала, любезный, расскажи мне о сфере. И почему у всех к ней такой нездоровый интерес? А потом расскажи, кто еще не прочь ее купить. Сэр, у коллекционеров есть своя... У коллекционеров своя этика. У коллекционеров своя этика и вся информация о клиентах строго конфиденциальна. Я не могу... Так кто, говоришь, заказал тебе сферу? Карина. Да, господин. В вашей расе есть локти, не так ли? Есть, господин. Так используй их. Или, может, ты забыла, какая судьба постигла твою нерадивую предшественницу? Напомнить? Три. Наши гости вот-вот прибудут.